власти! Я рассказывал о первом мною убитом спартанце. Жуткий был бой. Нет, не слышал. Попробуй найти укрытие. Наемникам. Прочь! Ты правда напрашиваешься? Тебе сюда нельзя, уходи.
кончится! Бегом на полной скорости! Ускориться! Грибцы, навались! Капитан покидает вахту! Что?
Драка за твою смерть! Ты скоро устанешь. Вот ты где! Нет, гони! Вот ты попалась! Наверное, показалось. Умри! За тебя много! Давай, а ну верни! Тебе конец! Вот ты попал!
Хорошо, Ипетиус. Просто будь начинай. Убийца еще где-то рядом. Справишься со мной? Учиться не буду. Думаешь, ты сможешь победить? Нет. А, прощайся с головой. Думаешь, справишься со мной? Ну и где ты? Ты?
вами, Хора. Последний день. Я последний, кого ты видишь. Мне надоело марать копье жидкой кровью. Хочешь испытать твои силы? Попробуй сразиться со мной. Живо! Никогда не нравилось убивать коллег.
Слушай, ничтожный раб, не скажешь, где он, клянусь Герой, я сожгу тут все дотла вместе с тобой. Я уже сказал все, что знаю. Все просто. Гиппократ должен проявить сговорчивость, признать свою вину и публично объявить, что его таланты – дар богов. Но как же его пациенты? Он отвлечется от работы. Что ж, возможно, сам мстят ему. Я уверена, так шуметь ни к чему. А ты кто? Я ищу человека по имени Гиппократ. Еще одна последовательница этого безумца. Передай своему нечестивому хозяину, что если он не извинится прилюдно, жрица Геры соберет армию верных и покончит с ним. С дороги! О, слава богам, она ушла. Я думал, в этот раз она меня убьет. Что происходит? Я Сострат. Хрисис обвинила моего хозяина в непочтении к богам. Она права? Он верит, что люди могут не только молиться, но и взять свою судьбу в свои руки. Невероятно. Вот бы поговорить с ним. Прости. Здесь он работает? Да, это его клиника. Тут мы изучаем целительство и предлагаем помощь всем страждущим. Апе вместе со жрецами. Ведь эти края славятся ими, так? Жрецы стараются, но их методы устарели. Гиппократ исследует новые способы. Где Гиппократ? Он хотя бы в Аргалиде? Да, но он ушел на юго-восток от Дозора Гера, чтобы помогать больным. Небольшое поручение. Смотря какое. Отнеси ему кое-какие вещи. Он торопился и забыл их взять. Что еще за вещи? В основном ножи, кишки, чтобы зашивать раны, бинты, и клизма, чтобы прочищать желудок. Вот ее заверни потщательнее. Я отнесу все это Гиппократу. Правда? Я все ему отнесу, обещаю. Спасибо тебе. У Гиппократа. Иди по дороге на юго-восток от Дозора Геры к пещере Пана. Он наверняка где-то там. К нему стоит очередь больных. А еще он лысеет, но ему об этом не говори. Только больных. И один человек им поможет? Элла!
Итак, что вызвало это состояние? Может, избыток флегмы? В данный момент действие. Вот как? Еда, теплая одежда помогли бы ему. Но знатоки решили, что его состояние — это кара богов, и потому бездействовали. Вызов устоем. Ты, видимо, Гиппократ? Да, и я очень занят. Я постараюсь побыстрее. И не буду отвлекать тебя от пациентов и учеников. Наблюдения, опыт и эксперименты равно важны для лечения. Я учу этому людей. Я из твоей клиники в Аргосе. Сострат просил передать тебе это. Я так и знал, что забыл что-то. Сострат хороший врач и как помощник неоценим. Ты попросила его заплатить за работу? Нет. Я знала, что это поможет людям. Другой награды не нужно. Достойный ответ. Так как тебя зовут? Кассандра из Спарты. Рад встрече, Кассандра. Что тебе нужно? Гиппократ, мне нужна помощь. Мне сказали, ты помог моей матери. Я хочу найти ее. Здесь бывает много матерей. Они приходят, чтобы Гиппократ помог их детям. Быть может, тебе помогут в святилище Асклепия. У них есть записи обо всех приходящих. Прошу, Гиппократ, я проделала такой путь. Я нужен пациентам, но мои записи о болезнях разума забрали. Верни их, и тогда я помогу тебе в поисках. Быстрее, у пациента мало времени. Могла Хрисис взять записи? А, ты встретила жрицу. Нет, не она, местный командир. Но его можно понять. Воины страдают от истощения сил. Она приходила много лет назад с раненым ребенком. Ты уверен, что она пошла бы в святилище Асклепия? Тогда я был молод. Если случай был слишком сложен, я отправлял пациента в святилище. И у жрецов хранятся все записи? Да, их гравируют в камне. Старший жрец может помнить. Почему тебе так важны эти записи? Это заметки о болезнях разума, в том числе о так называемой священной болезни. Она у этого пациента. Потеря контроля над конечностями и горлом. Ртом идет пена. Боюсь, он перестанет дышать. Где искать твои записи? В Тиринфе. Это близко. Может, тебя они послушают. Или... пусть готовится к новому бою. Со мной. Не мне указывать месте, где меня. Не убивай без нужды. Пролито уже достаточно крови. Если верить Сострату, ты не любишь, когда говорят о твоих... ну это. О чем? О волосах. Или их отсутствии. Да. Да. Легко тебе шутить. Сама-то ты как ожившая скульптура Фидия. Я сделаю все, что могу. Удачи. Мы верим в тебя. Здесь ты опьешься. Охлись.